Твери продолжаются инспекционные выезды по дорогам, которые ремонтируют в рамках национального проекта БКД. На этот раз дорожный контроль отправился на улицу Первый Головинский вал. Многие годы здесь была только грунтовая дорога. В этом году в рамках нацпроекта БКД на проезжей части уложили новое асфальтобетонное покрытие, построили удобные тротуары и установили современное наружное освещение. Работы выполнены практически на 100%. Осталась только установка дорожных знаков, защитить как на пешеходном переходе, так и на выездах на главную дорогу. В ближайшее время будет проведена рабочая комиссия для приемки в эксплуатацию данного участка дороги. За качеством проводимых работ продолжают следить сотрудники Департамента дорожного хозяйства, администрации города, специализированные надзорные организации, общественники и депутаты. Мы получили почти весь объект от улицы Учительская и, соответственно, до Карла Маркса. Я думаю, что вообще в целом это такое осовременивание города в части того, что мы уходим от грунтового полотна, по сути дела, в центральной части города. Ранее комиссия побывала на улице Линейной. Здесь ремонтные работы выполнены на 90%. В порядок приводится более 1200 метров дорожного полотна. Инспекционные выезды продолжатся до конца ремонтной кампании во всех районах города.